Привет! Это Александр Кондратьев, Русловед. Делаем встречу гидрологов. Если ты гидролог, то приезжай. Но тут очень так важно, что это вот у нас под гидрологами понимаются разные люди. Это будет встреча гидрологов-практиков. Точнее, гидрометеорологов-изыскателей. Никаких ученых, бюрократов. Именно наши проблемы изысканий, инженерных изысканий. Такая... Непонятно, что там будет. Вот то, что вы захотите, то и будет. Будем обсуждать наши проблемы. Общаться, знакомиться, поднимать проблемы, решать проблемы. Кто запишется, будем сделаем выступление, сделаем похожее на конференцию. Вот, но не научную конференцию. Только если практические, как правильно, проблемы. Наши проблемы гидрометизыскателей. Вот их и будем решать. Если подобного рода у вас есть темы, то записывайтесь, будет время, и вы расскажете об этом. Никакой науки. Наука только в самом крайнем случае, в том случае, если эта наука как-то приложима к изысканиям. Плотно приложима, хорошо приложима, прям непосредственно к изысканию. То есть проблемы только изысканий. Это будет один день, суббота, 9 ноября 2019 года. В Зеленогорске. Все, читайте все, что тут написано. Там ссылка, куда нажимать, куда приезжать, что будет. Все будет в описалке. Вот. И это уже не первый раз, это уже четвертый раз. Поэтому уже есть такой у нас опыт таких встреч. Если вы были, то значит вы знаете, что там происходит. Если не были, то узнаете. Это будет еще там, еще туда же приедут еще. Это будет проходить в рамках 9-дневного курса повышения квалификации по русловым процессам. Будут участвовать те участники, а также еще те много кто другие приедут в этот день, на один день. Поэтому, если вы можете приехать на один день, приезжайте на этот один день 9 ноября. Если можете приехать на все курсы по русловым процессам, такие уникальные, таких каких нет, где я даю полную, такую полную систему методов оценки, расчета, прогноза русловых деформаций, все то, что нам нужно для изысканий, то приезжайте на все 9 дней. Это будет с 6 по 15 ноября. 2019 года. Санкт-Петербург, Зеленогорск, Аквамарин. Всю описалку, пожалуйста, читайте. До встречи от Александра Кондратьева, Русловеда. Пока. Покажу вам озерцо. Пока. До встречи.